На Китай обрушился второй мощный тайфун за неделю. Гонконг и Макао объявили штормовое предупреждение 8 уровня опасности из возможных 10. Тайфун Пакхар достиг побережья провинции Гуандун рано утром. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. В аэропорту Гонконга отменили более 300 рейсов и приостановили паромное сообщение. Для ликвидации последствий непогоды власти города впервые в истории страны привлекли военнослужащих. А в США ураган Харви унес жизни по крайней мере нескольких человек. Около 30 пропали без вести. Сейчас шторм бушует в Хьюстоне. Из-за ливней в городе началось наводнение. Эвакуировали уже свыше 1000 человек.